Многофункциональные центры в Подмосковье с 26 марта изменят режим работы. Связано это с напряженной эпидемиологической обстановкой. В Серпухове принимать граждан будут только по предварительной записи в двух офисах. На Борисовском шоссе, дом 17А и в поселке Большевик по улице Ленина, 110. Уважаемые жители городского округа Серпухова, особенно жители серебряного возраста, мы вас очень сильно любим и просим вас по необходимости не выходить на улицу и в общественное помещение. Это ради вашего здоровья. Сотрудники многофункционального центра всегда готовы прийти вам на помощь. Если ваши близкие обратятся к нам, мы готовы приехать к вам на дом и оказать услугу в ближайшее время. Подать документы на предоставление услуг можно будет по предварительной записи. Для этого нужно позвонить по телефонам контактного центра, который вы видите на экране. Доступ к порталам государственных и муниципальных услуг временно закрыт. Без предварительной записи в помещение многофункционального центра заявители допускаться не будут. Для удобства всех граждан по распоряжению главы Серпухова будут организованы консультации специалистов по получению услуг по телефонам, которые вы сейчас видите на экране.